Как готовились к этому матчу, учитывая, что, казалось бы, вчера три игрока, да, получили дисквалификации? Должно было быть тяжелее. Ну, в раздевалке сегодня собрались, там у нас две четверки было. Каждый хотел сегодня выйти и выложиться на максимум. Там, несмотря на какой был бы счет, мы понимали, что у «Газпрома» в обойме 14 человек, у нас 8. Но при всем при этом мы бились, сражались друг за друга, получил травму. У нас Ромка Гловацких, нас стало еще меньше. Бились, как говорится, за себя и за того парня. То есть трудности, получается, наоборот, мобилизовали? Я думаю, что да, потому что если бы нас было тоже 14 человек, не знаю, как бы матч бы сложился. А когда появилось ощущение, что сегодня «Газпром» можно не просто биться с «Газпромом», но и цеплять? Перед началом игры. Потому что мы выходили, я смотрел на всех, на ребят, и все смотрели друг на друга и понимали, что просто так здесь никто никогда не выиграет. А КПРФ проиграли, да, перед Новым годом два матча, и казалось, что «Сибиряк» так немножко подсдал. Можно сказать, что вот этими играми после Нового года доказали всем и показали, что возвращаетесь вот именно в чемпионскую гонку? Ну, те игры – это те игры. Я скажу, что это было перед Новым годом, накопилась усталость, поэтому я считаю, что это не стоит совмещать те две игры, те три игры и эти две игры, не стоит делать выводы по этим, так сказать, двум командам. Я считаю, что мы бьемся всегда до конца, просто у нас где-то что-то не получается, где-то есть какие-то недочеты. Но я считаю, если мы будем биться друг за друга, то результат он придет. Покер в подобных матчах, он особенный или... Ну, безусловно, любой покер, он будет особенный, потому что, ну, это покер. И самое главное, что этот покер помог выиграть. Если бы этот покер принес бы нам 4-5, то вообще лучше бы этого покера не было.